пути и почему есть только культурные археологические экспертизы в нашем регионе проводят в основном фирмы и учреждения из других регионов? Вопрос задаю. Свои археологи не нужны, краевед. Но я, по-моему, уже отвечал на этот вопрос. У нас действующее законодательство не запрещает проводить историко-культурные экспертизы археологам в любом из субъектов Российской Федерации при наличии открытого листа разрешения и, значит, разрешения, выданного Институтом археологии Российской Академии Наук и Министерством культуры Российской Федерации. Поэтому, если, опять же, повторюсь, нужна любая конститутивная помощь и организационная помощь получения открытых лист такого разрешения, мы готовы всячески помогать в этом вопросе.